На площади уличный фестиваль «Чудо своими руками». Мастера-умельцы представили свои работы, поделки. Организаторы акцентировали внимание на знаменитой черноморской барабульке – рыбке, которую любой гость города хочет попробовать, приезжая в Анапу. Именно она стала главным лакомством на празднике черноморской барабули. Анапчане и гости курорта смогли оценить не только вкус местного деликатеса, но и стать обладателем лотерейного билета за активное участие в конкурсных интерактивных программах. Я не местный, я из Кузбасса. Мы с женой приехали. Все, ну, попробовали барабульку, а сейчас об ней узнали. Молодежь ваша вообще талантливая. Раньше времени никто я не ловит. Я смотрю на площади только на ваших по моей детей, команде. Итак, вот вам сачок. Молодцы, давайте разбираем. Хорошо занимаются детьми. Кто успел, хорошо тот взял, как говорится. Я просто в восторге. Настолько много наша администрация делает для праздника, для отдыхающих, для местных жителей. Большое им спасибо за это. Мы просто уходим и наслаждаемся. От одного места представления к другому. По традиции к рыбке – пиво. Самые любознательные гости праздника ответили на вопрос о напитке и получили в подарок кружку живого холодного пива. В конкурсе «Найти и выловить золотую рыбку» желающих участвовать было много. Все потрудились, вылавливая рыбок, но удача найти именно золотую улыбнулась Настя Иванова из Екатеринбурга. Я просто бежала и просто ловила, думала, найду и нашла. Я очень хотела найти. Мне понравилось участвовать в конкурсе, это интересно. Вечером все обладатели лотерейных билетов приняли участие в розыгрыше ценных призов.